Ребятки, всем привет, добро пожаловать на канал Закупыч. И сегодня мне бы хотелось рассказать о новогоднем настроении, которое я создал в своей квартире. И это у нас такой декоративный камин. Предложила мне его сделать жена, она увидела в паблике картинку, где можно сделать камин из картонных коробок и обоев, или же вот таких декоративных, как у меня, панелей в виде кирпичей. Но коробки мы не нашли, а покупать отдельно коробки, мне кажется, это слишком дорого. А нужно было там минимум, наверное, 9 коробок. И поэтому мы решили сделать камин из такой вот полочки. У многих, наверное, есть такие полки. Это полки в виде сот таких. Очень удобная полочка, и я ее обклеил так аккуратненько каминчиком. То есть вот таким материалом, как можете видеть. Вот здесь у нас сама полка. И заделал я ее степлером. Вот здесь. Будет ли видно, не знаю. Вот здесь у меня эти от степлер. Степлер строительный. Увидите его на экране. И получается, я тупо взял 4 вот таких панельки в строительном магазине. И из них создал вот такую прикольную конструкцию. Потом мы купили носочки, все это дело украсили такими рождественскими носками. О, фотоаппарат даже Дед Мороза лицо распознал. Потом низ мы закрыли, там у нас книжки. Вообще, чтобы полка не простаивала, я ее заполнил книжками. И мы их закрыли, пока мы книжками не пользуемся. Пусть будет так. Здесь у нас мишура, здесь у нас новогодняя кошка. Мися, поздоровайся. Скажи пару ласковых. Ну как ты, куда? Миссия не хочет сниматься. Потом, где у нас непосредственно огонь, как видите, я, значит, мишуры туда накидал. И лампочки поставил, ну, гирлянду подключил. И такое ощущение, что у нас как будто там светится огонь. Хотя на Алиэкспрессе я видел такие имитации огня. Ссылочки, наверное, добавлю в описании, если найду. Можно было бы сюда имитацию огня вставить, было бы вообще прикольно, как будто горит здесь огонь. А гирлянда у меня разноцветная, была бы она красного цвета, было бы намного прикольнее. И вот так у нас тут мишура, как будто бы горит огонечек. И вот такой прикольный каминчик. Кстати, камин создает больше новогоднего настроения, чем, наверное, даже елка сама. Так, что еще хотелось бы сказать? Как мы еще создавали новогоднее настроение. Ну, вот такой у нас камин. Вот здесь стыки, кое-где я не попал в стыки. Но при желании у меня все-таки рубрика руки-крюки. А если у вас руки растут из того места, или хотя бы они золотые, у вас будет еще лучше получится. Так, что хотел бы сказать. Вот такая панелька у нас одна. Я использовал 4 штуки, мне хватило. Одна такая стоит 160 рублей. Я купил, может быть, у вас подешевле. В городе найдете. Ну и, разумеется, себестоимость носки уже с того года остались. Мишура тоже с того года осталась. Так что не очень это все и дорого вышло. А, еще для новогоднего настроения купили мы вот такие шарики. Вот у нас шарик в виде Деда Мороза. И вот такой у нас шарик в виде снеговичка. Такие прикольные шарики. Потом у меня идет гирлянда уличная поверху. И все это дело на елочку. И вот такая у меня елочка красавица. Детям очень нравится. Давайте я выключу свет. Вот такая новогодняя елка. Праздник к нам приходит. Праздник к нам приходит. Вот так у нас все красиво выглядит. Флаг, который я тоже распаковывал на канале. Так, здесь у нас уже каминчик. Давайте я выключу софтбокс. Будет вообще у нас мрак. Вот. Вот так прикольнее. И вот такой у нас камин. С Новым годом. Так что используйте эту идею. Так он горит красненьким. Не знаю, ночью вот без света смотрится вообще классно. Такое ощущение, что правда красным горит. Тут еще на гирлянде можно выбирать различные режимы. И будет как-то повеселее. Но сейчас у меня идет схема множества режимов различных. Он то так мигает, то так, то по-другому, то еще как-то. Так. Кошка. Мися. Поздоровайся.
Скажи мяу. Мися. Не хочет с кошкой с вами здороваться. Хотя он очень говорливый у меня, разговорчивый. О, посмотрите на нее. Мися. Мися. О, драчуха. Так что, вот такое у нас новогоднее настроение, ребятки. Подписывайтесь на канал. Будет еще множество полезных видео. Это, конечно, видео, наверное, не очень полезное. Но все же, предновогоднее. Всем спасибо за внимание, что меня смотрели. Пока!